Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным ежегодным обращением к жителям. Глава региона представил итоги деятельности правительства за прошедший год и озвучил приоритетные задачи на 2022. Это уже 10-е обращение Андрея Воробьева к жителям в качестве губернатора Московской области. Главными темами выступления стали ситуация с коронавирусом и штаммом омикрон, выплаты для врачей, учителей, пенсионеров, многодетных семей. Глава региона рассказал о ходе выполнения президентской программы социальной газификации, строительстве поликлиник, школ и детских садов. В прошлом году мы открыли 9 новых поликлиник: Химки, Подольск, Красногорск, Балашиха. Большую программу ремонта сформировали, модернизировали 47 поликлиник, 65 стационаров и 34 станции скорой помощи. Эта работа не прекращающаяся, она будет и дальше весьма и весьма заметна в каждой территории Московской области. Еще 23 объекта в 2022 году, 8 поликлиник в Реутове, уже одно открыли, еще одна будет в этом году, 3 в Мытищах, Коломне, Домодедово, Балашихе. Также дополнительно строим 3 станции скорой помощи: Солнечногорск, Видное, Кашир. Подробнее о главных темах обращения губернатора смотрите завтра в нашем выпуске новостей в 19:30.